Зараз вихід, чистий момент. Реалізовує цей момент. Імовірна діагональ. Луїс Муріель скидає на Бен Єдер. Вбиває Севілья. Бен Єдер. І сам Бен Єдер. М'яч сохранив, пасує. І далі, далі. Касілья вибиває м'яч начо. А на самом деле нужно разобраться, за что. Здесь Меркада не было, здесь Реал чуть не... Зараз. Лаус недавно Гвардиолу удалил, что ему Меркадо. Забирает мяч, и атакует, и создает момент, у Реала не было опасных моментов. Буквально с ленточки атака продолжается, и уже Серхио Рамос борется до последнего, но мяч у игроков Севильи. Вот сейчас Меркадо появился в штрафную. Ников Реала мало, и преимущество у Севильи. Зонзи бьет, и еще добивание, откатывает удар. Лаюн, дело техники. 2-0, первый тайм, Сим остаются сзади, и Вальеха только возвращается, а сзади только Рамос и Тео. Ну и здесь просто... Лаюн работает, схема Капароса. Едером на своей половине. Лукас Васкес. И это удар. Лукас Васкес завершил несколько свой порыв. Заиграть корректнее. Рамос может пробить и бьет. В трех турнирах разных, включая суперкубки. Вот великолепный Лаюна, прострел, будет пас пяткой, удар, и здесь вытный Лаюна. Он сегодня просто хорош. Васкес пенальти. История с Рамосом. Пиццев не спорит. Рамос остановился, а не зря ли, зря. И это символично. Ну вот здесь пауза, 2-0 Севильи впереди. И шанс на третий гол. Касилья. Чувствует героем. Но и уря. Подача. Роняет мяч вратарь. Мог отличиться. Неудачно сыграл с поворотом. Попадает в защитника. Продолжается атака. Расстрел. Удар. Меркадо в штрафной, прострел и гол! Матч Севильи, один из лучших в сезоне. И вот удар, ну, начо. Подача, удар, гол!